И всем привет! Сегодня мы на канале ТОП, и сегодня мы снимаем обзор про мою муравьиную ферму спустя 3 месяца. У меня некоторое время погибали муравьи. Мы очистили вот это хранилище, где они хранились. Штук 50, наверное, умерло, потому что я хотела заснять видео, пустив муравья, но не стала выпускать, потому что произошло много гибели муравьев. Сегодня мы будем, в общем, смотреть на мою муравьиную ферму. И напишите в комменты, пожалуйста, что делать с муравьями, если они начинают умирать. Это очень мне поможет. И мы начинаем. Вот у нас матка с муравьишками. Некоторые солдаты даже с размером матки. Мне недавно вылупились еще одна партия муравьев. И главное, никогда не подносите к солдатам пальцы. Они могут прокусить ваши пальцы без проблем до крови. Например, этот. Очень огромный. Или этот. Я еще не занес песок в мою муравьиную ферму. Но хотелось уже давно. Но не хватало времени. Пишите в комменты, что можно заказать с Алиэкспресс и что можно муравьям и с чем снять обзор, эксперимент или фокус. Они каждый раз перекладывают в хранилище. Один раз оно было вот в этом ящике, другой раз вот в этом, а теперь вот в этом. Личинки тоже не стоят на месте. Все время перебегают. Но почему-то на арене никогда нет муравьев. Вот напишите комментарий. Кто отгадает, тот поставлю лайк и респект. И подпишусь на его канал. Ну, сейчас мы поставим за муравьями слежку. И они будут следить, как я буду снимать этих маленьких муравьев. Сейчас мы насыпем семена этим муравьям. Прям надо чуть-чуть, чтобы они в ракушечку. Все, думаю, стольки хватит. Потому что они у меня не очень прожорливы. У них и так полный склад семян. А я им еще куда-то засыпаю семена. Они, главное, сидят и не едят эти семена. Вот тут у нас муравьи зашевелились. Очень быстро-быстро-быстро все прям. Без исключения. Как я и говорил, у нас тут хранилище, здесь арена. До сих пор никто не вышел на арену. Самое удивительное. Матка что-то лежит, рожает. Муравьев. Больше всего мне интересно за личинками наблюдать, потому что их там так много. Через камеру это не очень видно, конечно. Но довольно хорошо видно. Такая хорошая, большая арена, а никто не выходит. Это что у нас? Что такое? Какая-то... Как это? Как говорил, хранилище. Здесь пустуют, здесь не пустуют, тут пустуют, тут пустуют, тут не пустуют, тут не пустуют. Еще так много места. В следующем ролике напишите, что заказать мне с Алиэкспресс. Я закажу это и добавлю муравьиную ферму. Но если вы, конечно, это попросите. А если не будете просить, я не буду заказывать ничего. И показывать ничего. В комментариях пишите идеи на видео.
Это был я с вами. И всем пока!